Эмоции. Ну, у меня все эмоции были после того, как Клюка потащил последний пенальти. Невероятно. Нам было очень тяжело. Весь второй тайм мы отбивались. Вот, Тудроц, ну, блин, двукратный чемпион медиалиги, чемпион МКС, команда, которая дальше всех прошла в Кубке. Они нам сегодня это показали. Но мы сразу выходили на поле с чувством, что это не футбол будет, а настоящая война, бойня. И мы просто должны тут умирать, что мы делали во втором тайме. Как думаешь, дроты сломались ментально перед буллитами, когда поняли, что они не смогли вас обыграть в основное время? Нет, это команда с чемпионским характером, я думаю, их такими мелочами не сбить. А серия буллиталити, слушай, ну у них Дима Сычев, который 4 пенальти подряд вытаскивает, сегодня тоже вытащил. В принципе, когда мы были на серии буллиталити, я сразу уже закладывал в голове, что если Дима Сычев в воротах, то это как минимум там один взятый, ну 100%. Вот, это же я и сказал парню, который не забил, Артему Шапошнику. Ну, то есть, в любом случае, там, как минимум один, это 100% он возьмет, а может быть и больше. Как думаешь, что дальше ждет Эгриси? Калининград или Минск? А в целом? Ну, не только про сезон, а в целом, какое будущее у команды? Знаешь, Ну, вы уже переросли из той местечковой команды района в достаточно, ну, даже можно сказать, крупный бренд. Сегодня хлопнули дротов. Я пока это не осознаю, и нам предстоит еще это понять. Я не могу заглядывать надолго вперед. Возможно, мы вырастем во что-то больше. Возможно, нас вообще не станет. Кто знает, что будет зимой. Слишком турбулентный, неспокойный мир. Но то, что происходит сейчас, это, наверное, лучшее время за очень долгие годы. И в чем магия Ильи Лисицына? В прошлом сезоне вы, по-моему, с деньгами набрали меньше всего очков. Сейчас полуфинал. Илья Лисицын наш, черно-желтый, агрессианец. Все.